Чтобы постоянно стараться повышать уровень собственного мастерства, одних тренировок мало. Ничто не дает такого большого количества информации для тренеров, как участие в официальных и даже товарищеских матчах, в особенности с сильными оппонентами. На прошлой неделе на стадионе «Олимп» футбольный клуб «Сергиевск», который принимает участие в первенстве области среди муниципалитетов, встречался в рамках товарищеской встречи с командой из города Альметьевск. Соперник достаточно серьезный и сейчас ведет планомерную подготовку к участию в чемпионате России, который пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 10 августа. Для хозяев и гостей это была отличная возможность проверить в деле не только основные силы, но и ближайший резерв. На протяжении 80 минут Вячеслав Устин задействовал 20 игроков. Естественно, соперник, который ярко смотрится в матчах с сильными городскими командами, превосходил сергиевцев во многих компонентах. Игроки в синих футболках вели планомерные атаки, используя всю ширину поля. Хозяевам было сложно сдерживать наступательный порыв приезжего коллектива, однако до поры до времени владения сергиевцев оставались в неприкосновенности. Тем не менее, еще до перерыва в воротах нашей команды побывало два мяча. После отдыха соперник продолжил гнуть свою линию, и эта самая линия вылилась еще в 4 гола. Сергиевцы также не играли роль исключительно наблюдателей, стараясь действовать активно впереди. В итоге хозяева сумели размочить счет. Поражение 1-6, но эта локальная неудача в товарищеском матче может дать наставнику гораздо больше полезной информации, чем несколько побед. Кроме того, 4 наших футболиста произвели благоприятное впечатление на тренера команды из Альметьевска, а значит, у них есть хорошая возможность выступить в форме этого коллектива на чемпионате России. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».